Депутат Кнессет Эли Шимтов пригласила на встречу в израильский парламент пасторов мессианских общин. Подробности в репортаже Тамара Нерсисян. В это непростое для страны время депутат израильского Кнессет Эли Шимтов организовала встречу, на которой присутствовали пастора мессианских общин Израиля. Для многих пасторов посещение Кнессета и встреча с депутатом происходили впервые. Госпожа Шимтов представила пасторам свою работу в Кнессете, рассказала о своих социальных программах, о том, какие достижения были у партии и у самой Ли, в частности, в период этой каденции. Пастора, в свою очередь, поделились перед депутатом своими проблемами, которые касаются их как служителей и граждан Израиля, а также, какие они хотели бы видеть изменения в законах страны. И, конечно же, поблагодарили Лию за ту работу, которую она ведет среди евангельских верующих. Ну, мне понравилось, что депутат Кнессета такая открытая, для того, чтобы слушать, общаться вот с этими пастырями, которые, я знаю, что, как сегодня они говорили, они жаловались на то, что есть какие-то преследования со стороны некоторых религиозных структур, и вот она сегодня выслушала, конечно, честно говорила, что она может, что не может. Это приятно, конечно, очень. Есть человек, который слушает нас. Вот, есть человек, который слышит, есть человек, который понимает, что происходит с христианами в Израиле. Для нас это большое достижение, что много лет мы были оторваны от голоса, который Бог бы представлять. Но в Кнессете сегодня этот голос появился. И мы надеемся, что вещи будут улучшаться, ситуации будут улучшаться. И мы надеемся, что нас услышат, потому что мы и есть и сионисты, скажем так, самые хорошие граждане этой страны, которые любим эту родину, любим эту страну, эту землю и служим ей. Мы верим, что все будет хорошо, мы верим, что в конечном итоге объединение партий – это правильное решение, и мы понимаем, что сильный блок может повести народ к реальным, к настоящим изменениям, которые отразятся вот на нашем будущем. Мы живем в этой стране, мы платим налоги, мы служим в армии, мы, являясь народом израильским, не только верующими людьми, мы говорим об Израиле, мы говорим, что эта земля принадлежит израильскому народу и по истории, и по Библии. Мы поняли, что нам нужно делать, как нам нужно поступать, еще больше утвердились в своих решениях. Мы не представляем политические блоки, потому что мы духовные люди. Но мы, являясь гражданами Израиля, должны знать, за кого нам голосовать, как нам голосовать и какой выбор нам сделать. Я хотел бы, как гражданин этой страны, видеть будущее своих детей в этой стране. И я верю, что после выборов еще что-то прояснится.